Москва, аэропорт Шереметьево-2. Сегодня здесь торжественно встречают команду вооруженных сил Российской Федерации, которая вернулась из Финляндии. Наши спортсмены успешно выступили на 52-м чемпионате мира по лыжным видам спорта, проходившем под эгидой СИЗМ. Международный совет военного спорта, или сокращенно СИЗМ, является одной из крупнейших спортивных организаций в мире. Это вторая по величине спортивной организации после Международного олимпийского комитета. Девиз СИЗМ – «Дружба через спорт». В состав нашей команды входили 19 спортсменов. Они приняли участие в соревнованиях по лыжным гонкам, биатлону и лыжному ориентированию. Принимало участие 25 стран. Было разыграно 18 комплектов медалей. И что самое интересное, и меня, как начальник ЦСКА, радует, впервые за 22 года сборная команды вооруженных сил на этом чемпионате мира СИЗМ заняла второе место. Я с огромным удовольствием поздравляю всех участников и вооруженные силы, и ЦСКА, которые после зимних Олимпийских игр на подъеме. Это говорит о том, что спорт высших достижений медленно и уверенно в вооруженных силах поднимается с колен. Те мероприятия, которые были сделаны в соответствии с решением министра обороны и первого заместителя министра обороны, начинают приносить свои плоды. И это очень хорошо. В 2015 году в Южной Корее пройдут очередные, уже шестые по счету, всемирные летние военные игры. Своеобразный аналог Олимпийских игр для армейских спортсменов. Наша команда уже начала подготовку к этим соревнованиям. Цель только одна – победа.